Вы знаете, вот тут есть, на мой взгляд, проблема. Дело в том, что, ну, я бы не сказал, да, это просто неправильная оценка ситуации. Потому что пример нам рассказывает, да, про кризис, который грядет с Запада. Ну, да, на Западе все не слава богу, там есть свои кризисные явления. Наша экономика замедляется, но вот на самом деле неправда заключается в том, наша экономика замедляется не потому, что там что-то какие-то проблемы. Да? Наша экономика замедляется, потому что ну, она просто замедляется сама по себе. Этот кризис, который есть, наш собственный. Вот его сейчас пытаются выдать, да, что там на Западе что-то плохо, давайте это обсуждать. Вот, понимаете, такое обсуждение будет непродуктивным абсолютно. Потому что, еще раз, наша экономика сама по себе больна. Глубоко больна, ее замедление это показывает, и все валить на Запад – это дурная политика. Конечно, да, если на Западе что-то произойдет плохое, если цены на нефть резко упадут, можно будет сказать, ну вот, во всем виноваты там, да, а мы тут молодцы, мы с этим боремся. На самом деле, я еще раз повторяю, наша экономика в любом случае показала, что она больная, что ее надо лечить, что с ней надо что-то сделать, причем делать радикально, не обращая внимания на то, что происходит на Западе, как происходит на Западе, потому что если на Западе действительно что-то страшное произойдет, то мы будем совершенно не готовы с этим бороться.